В Кустанайской области продолжается активная работа по возмещению ущерба, нанесенного паводком. Строят жилье, покупают квартиры для пострадавших от паводка. Некоторые жители уже празднуют новоселье. Например, семья Мустафиных из ветхой землянки, которую разрушила вода, переехала в уютную трехкомнатную квартиру. Наши корреспонденты побывали у них в гостях. Последствия паводка по улице Тобольская в Кустанае видны до сих пор. Лежат мешки с песком, во дворах речной мусор. Жители этого района к проделкам стихии привыкли. Весной вода нередко подкрадывается к их участкам. Но этот год стал особенным. И без того старая землянка семьи Мустафиных полностью разрушена. В этом году 1,80 м я замерял. В доме вот было уже 1,80 м. Все утонуло. После месяца жизни в эвакуационном пункте семья не может поверить своему счастью. Теперь их дом – это трехкомнатная квартира в спальном районе областного центра. Светлая, уютная, с мебелью. Сказали, вот выбирайте квартиру вот в пределах вот этой суммы или ждите дом. Решили, что квартиру лучше знать. Трехкомнатная квартира, да. Улучшенные планировки. Все, как бы говорится, и не мечтали. Спасибо нашему президенту, как он вот обещал, нас не оставил. Квартиру выбирали сами. Сегодня здесь уже запах свежих баурсаков, как знак того, что все сложности позади. Сегодня буквально еще порядка 20 квартир мы покупаем за счет спонсоров. И плюс в Жангельдинском и Амангельдинском районах сегодня строим мы 68 домов в двух районах. Потом 50-квартирный дом строится в городе Ардалаке. В Кустанайской области 475 домов не подлежат восстановлению. В регионе идет большая стройка. Ключи от нового жилья люди получат в течение лета. Любовь Авлачкина, Кайрат Елеусизов, Жибек Жола.